Привет всем! На сегодняшнем объекте у нас два стояка, горячие ГВС, подача и обратка. И мы будем их перенести ближе к стене. И где там будет люк, разводка и инсталляция. Вот и все. Воду запустили, стояков перенесли, работу закончили. И вот где два крана будет люк, разводка, ниже будет инсталляция. Все по чертежу. Стояк холодной воды, как вы видите. По старому чертежу изначально утопили, поэтому мы просто там чуть-чуть раздолбили, открыли, наверх подняли, внизу заглушили.